Вчера в Ледовом дворце «Сокол» стартовал новогодний турнир среди юношей 2010 года рождения на призы Деда Мороза. В Новочебоксарске за награды турнира борются две команды «Сокол-2010», «Казанский Зеланд», «Акбуре», «Йошкар-Олинские ястребы» и «Биектау» из Высокой горы. По итогам первого дня турнира турнирную таблицу возглавили «Сокол-1» и «Зеланд», выигравшие в своих двух стартовых матчах. В пятницу матчи турнира продолжатся.